Добрый день, уважаемые коллеги. Мы встречаемся после выборов, которые состоялись у нас 18 сентября. Учитывая то, что состоялись выборы, Павел Иванович, и Ступинский район преобразован в городской округ Ступино, сегодня мы принимаем решение о том, что будем рекомендовать, и вы, как человек опытный, профессиональный, возглавите Совет депутатов городского округа Ступино, а ваш соратник Вера Николаевна, я так понимаю, вы продолжительное время работаете и знаете друг друга, станет главой городского округа Ступино. Большая ответственность. Я очень прошу вас продолжить все то успешное, что было начато при руководстве, работе Павла Ивановича. Ясно, что он в обойме, он остается в игре. Вместе с тем, на вас, на ваши плечи ложится вся полнота ответственности за реализацию и государственных, региональных, и муниципальных программ. Как известно, в каждом городе, в каждом районе проблем хватает, и я очень прошу вас сконцентрироваться на том, что мы обещали в период избирательной кампании. Вопросы благоустройства, вопросы своевременной модернизации социальной инфраструктуры. Традиционно Павел Иванович уделял всегда этому большое внимание, создание новых рабочих мест. Все это является приоритетом и в дальнейшем вашей работы. Прошу вас быть готовой и нести ответственность за это очень важное направление. Как у вас обстановка, Павел Иванович? Мы ваши единомышленники, поэтому, Андрей Ильич, не сомневайтесь. Ну, на самом деле, я очень порадовался, когда приехал сейчас в свободную экономическую зону Ступино. Одно дело создавать, другое дело видеть, как растут предприятия. Вот, сейчас вот через переход на новую работу я усилю. У вас больше будет свободного времени заниматься внешними связями, да? И я уверен в том, что мы должны в разы увеличить, потому что то, что есть, конечно, удовлетворение пока не приносит. Как у вас, Вера Николаевна, настроение, готовность? Вам по силам эта работа? Вам нравится муниципальная служба? Это очень тяжелая работа, вы знаете. Да, Андрей Юрьевич, я давно работаю, как вы правильно заметили. Мне понятны ваши требования. Я умею работать на результат, поэтому я готова и не буду. В рейтинге 50 городской округ Ступино у нас на 17 или 18 месте по итогам первого полугодия текущего года. Это хорошее место, высокое, в зеленой зоне, но важно не останавливаться на достигнутом. Поэтому я хочу пожелать вам успехов и максимальной концентрации на этом очень ответственном поприще.